так, фотография, наверное, из 90-х. Покусанная скамейка. Точно белорус. Я бы предположил, что это Леша Тростенецкий. Жека Беренков. Макс Лютыч. Улыбка, да? Но совсем не поменялся, мне кажется. Такой же добрый, положительный. Теперь буду хоть представлять, как береза выглядит. Это точно пока не белорус. Но опять-таки, да, по улыбке легко узнать Доминеза нашего. Видно, что с самого детства хотел играть в смоках синий цвет. Так, здесь мы уже имеем дело с серьезным парнишкой. Ну, судя по технике, двухколесной, возможно, это Женя Беленков. Нет? Мне нужны какие-то подсказки. А, да. Серьезно? Вау. Виталя. Хотел тоже быть связанным с техникой, но Жека его потом все-таки его мечту перехватил. Бранко Миркович. Просто по тому, как командой ты руководит, так стоят руки на поясе. Рогоз? Да, Андрюха как-то стал больше улыбаться со временем. Ну, это Алекс, да? Ну, видно, что у человека два паспорта, да? Прическа немножко поменялась. Хитрые глаза. Ну, это либо тростик, либо пустик. Да, фотография. Значит, это Леха. Ну да, такой из архивов подняли семейных. Ну, все похоже, да, это курточка там. Третий ребенок донашивает. Все сходится. Ну да, хитрые глаза, все правильно. Я, в принципе, самую главную деталь я уловил. А у всех по одной, правильно? Да. То есть у всех по одной. Скорее всего, это будет, наверное, Кирюха, да, Кирилл Ситник. Видно, что находится в поиске, в таком поиске свободного броска, наверное. Санта-Клаус, не видно, на каком языке, но это, наверное, Бранко Миркович. Скажем так, Бранко Миркович на ранней стадии сейчас, он немножко уже такой построже, потому что уже другая роль. Здесь он как самый младший, сейчас у него немножко другая роль, и он вынужден быть построже. Ну, этого парня я знаю примерно вот с этого возраста, поэтому, да, это Володя. Я никогда не думал, что он вырастет из того, кого он вырос сейчас. Вот. Но с причесочкой, конечно, проблемы. Но тогда нас всех так стригли, тогда, наверное, так было надо. Влюблен в баскетбол с детства. По ухмылке смею предположить, что это Женя Беленков. Это, наверное, еще форма аршанской Тишор. Ну да, видно, что крепкий парень. Ну, Саня Пустоглара, мне кажется, сложно перепутать. Он родился серьезным, судя по всему. Четкий, серьезный молодой человек. Тоже все сохранилось. Все при нем. Фу. У нас есть ковбой в команде. Макс Салыш. Окей. Я теперь все понял. То есть Макс с самого начала был заточен, то есть быть экстравагантным. Поэтому, да, я теперь понимаю, откуда покрашенные волосы, татуировки, серьги, все. Все теперь сходится. Надеюсь, это не последний трофей, который Джамар выиграл. Надеюсь, их будет еще много в его карьере. И трофей, который он выиграет для нас. Вот. Ну и однозначно видно, насколько счастлив, что он получил этот трофей. Это, наверное, лучшего игрока там или что-то.